Всем привет! И снова приветствуем вас на нашем канале. Если вы нуждаетесь в дозе позитива и хотите предстоящий день провести в отличном настроении, то вы попали по адресу. Наша таблетка от депрессии действует безотказно. И сегодня мы в очередной раз подготовили для вас увлекательную подборку самых смешных, интересных и необычных случаев, которые были сняты на камеру в последнее время. Подписываемся на канал, ставим лайк этому видео и не переключаемся. Сегодня даже виртуозной игрой на пианино уже никого не удивишь, так что приходится как-то выкручиваться. Мало дерева срубить, его нужно еще и поймать. Run, Forest, run! Чтобы не разочароваться в своих детях, порой двери в их комнату лучше не открывать. Интересно, когда этот кот поймет, что что-то тут не так? Был мотороллер и нет мотороллера. Как еще объяснить человеку, что есть сладкое после 6 вредно? Страйка не получилось, но хотя бы хоть что-то сбило. Похоже, этому водителю платят только за перевозку, а вот за целостность автомобилей не доплачивают. Мусорный бак – лучшее место, чтобы спрятаться от полицейского. Тут главное, чтобы мусоровоз не подъехал. Сладенькая на ночь отменяется. Кто-то всегда на чеку. Семейная жизнь никогда не бывает скучной, когда у обоих есть чувство юмора. Казалось бы, фиаско уже неизбежно. Но кто бы мог подумать, что не все так безнадежно. Строители отработали тяжелейшую смену. И сейчас у них совершенно нет подходящих слов, чтобы как-то культурно отреагировать на эту откровенную наглость. А что бы вы ей сказали? Не каждый внедорожник на самом деле может проехать где угодно. Некоторые сыпятся прямо на ходу. Это ж надо. Но почему на этом месте был припаркован именно свеженький дорогой спорткар? Иногда во время обычного украшения двора можно случайно довести себя до депрессии. Перед просмотром таких видео было бы неплохо запастись успокоительным. Тут точно нужны стальные нервы. Юмор некоторых людей понять уже очень сложно. Вести пикантную переписку и думать, что тебя уже точно никто не увидит – большое заблуждение. За безобидным Дедом Морозом иногда может скрываться не самый веселый аниматор. Не спешите радоваться, если ваша девушка вызвалась помыть вашу машину. Результат может быть совсем не радужным. Сырный фонтан не получился, а вот кухонный апокалипсис был вполне.
Думаю, у каждого из нас есть родственник, который до сих пор не поменял старую Nokia на современный телефон, так как не доверяет новым технологиям. Правда ведь? Отличный был тортик. Сладкое на сегодня отменяется. Дельфины, как никто другой, умеют привлекать к себе внимание. Что только не придумает девушка, когда ей скучно, или когда хочет узнать, с кем и о чем говорит ее парень, когда она не слышит. Невероятные кадры, не так ли? Мы всегда стараемся подбирать для вас лучший контент. А что у вас сегодня на ужин? Напишите в комментариях. Конкурс, конечно, смешной, но реквизит явно рассчитан не на всех. По-видимому, телевизор шел в одном комплекте с трюмо. Воришка явно не ожидал такого поворота событий. Свадьба еще не закончилась, а мужчина уже вкусил всю боль семейной жизни. Говорят, что след на бетоне, к счастью. Я, правда, не думаю, что строители считают так же. Вот именно поэтому я бы никогда не смог работать курьером. А вы? Боитесь собак? Искать сову, который находится в твоих руках, стандартная ситуация. Это то же самое, что искать телефон, по которому звонишь, или очки, которые на тебе надеты. Некоторые сумки оказываются иногда очень вместительными. Демонтаж некоторых старых зданий иногда удается произвести очень деликатно. Навыки кота, конечно, поражают, однако они ничто, если против него слетится целая стая. А потом мы гадаем, где теряются наши посылки. Как ни странно, но иногда успеха достигают те, кто идет путем наименьшего сопротивления. Подобно этому гусю, который решил бросить вызов системе и прокатиться с комфортом. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Фокусы, которые мы заслужили. Это лучший эффект домино, который я когда-либо видел. Это было круто! Уму непостижимо, как такое вообще возможно? А что, каждый выражается так, как хочет, и одевается так, как ему нравится. Делать предложение на краю обрыва, когда руки трясутся и очень волнуешься, не самая хорошая идея. Хотя подобное точно запомнится на всю жизнь. Реалии наших дорог. Пешком в таком случае и вправду быстрее. Дети могут быть крайне сообразительными, когда им что-то очень нужно. Вся суть мужской дружбы в одном видео. Если муж сказал, что дома вас ждет сюрприз, то не стоит радоваться заранее, ведь сюрприз может оказаться именно таким.
Такой демонтаж – это поистине тонкая работа. Вагоны метро, конечно, стали еще чище, однако пассажиры такую мойку явно не оценят. Из 100 бросков снежком один все-таки попадает точно в цель. А ведь все почти получилось. Вот это поворот! Признайтесь, вы тоже не ожидали такого увидеть? Этот мальчик явно вырос в бандитском районе. Там все вопросы решаются силой. Стоило заказать такси прямо к подъезду, хотя, думаю, в такую погоду они не ездят. Идеальное попадание. Красивой фотки не вышло, зато видео получилось забавным. Мне кажется, ли крутость этого момента зашкаливает. Ну и для кого, спрашивается, придумали спортивную одежду? Разве возможно припарковаться в такой ситуации? Я бы точно так не смог. Но водитель этого авто, по-видимому, настоящий профессионал. Ведь у него получилось. Я впечатлен, а вы? Поспешили поздравить подругу с приятными новостями? Не торопитесь, она всего лишь плотно поела. В каждом коллективе есть тот, кто может разбавить скучные серые рабочие будни. Медведь машину оценил. Правда, теперь после такого гостя салону точно потребуется серьезная химчистка. Это какой-то совершенно новый уровень. Неожиданно, не правда ли? Домашняя птица иногда тот еще повод для стресса. Каждый избавляется от конкурентов по-своему. Тут себя узнает каждая девушка. Напишите в комментариях, если с вами происходило нечто подобное. Отрезаешь челку, а потом тут же об этом очень горько сожалеешь. Парням без серьезных намерений стоит держаться подальше от этой девушки с характером. Иногда самый быстрый способ быстро дойти до дома после школы – это бегство от индюка. Когда ты так долго ждешь предложения, что уже даже не рассчитываешь на него. После таких моментов у меня, честно говоря, пропадает дар речи. А у вас? Этот мужчина долго и уверенно противостоял природе. Однако в конце концов все-таки сдался. Иногда все-таки лишние 3-4 килограмма не помешают. Судя по всему, эти ребята далеко не уедут. Думаю, неуклюжему работнику лучше всего начать винить в случившемся неровно положенную плитку, а иначе будет совсем обидно.
Теперь вы понимаете, для чего нужно соблюдать дистанцию на дороге. Вот вам локация для пены вечеринки с минимальными затратами. Кошки – страшные эгоисты с завышенным самомнением. Согласны? Дёня! Вот что случается, когда во взрослом неожиданно просыпается ребенок. По задумке, это должна была быть самая оригинальная свадебная фотосессия, однако не получилось. Упс, спалили. День рождения лучшей подруги на яхте – отличная идея. Правда, волны и ветреную погоду все-таки придется учесть. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время с нами. Скоро увидимся.